Впервые все звезды Аюрведы в России. С 6 по 8 сентября в центре «Открытый мир» рядом с метро «Тульская» состоится первая международная аюрведическая конференция. В ней примут участие ведущие специалисты из Индии, России и Америки. Это уникальное событие. Мы постарались пригласить специалистов со всего мира. Но главным сюрпризом конференции является приезд гуру Аюрведы, автора многих книг, которые переведены в том числе и на русский, Роберта Свободы. Я очень рад, что приедет доктор Свобода, мировой величина доктор, который получил образование в Индии, в хорошем университете и хороший популяризатор Аюрведа в западной стране. Он интересен с различных аспектов с точки зрения тантры и подхода мистицизма к человеческому телу. Ну и также, так как он является врачом Аюрведы, конечно же, его знания в Аюрведе очень интересны. Я уверен, что конференция сама по себе будет очень интересная, содержательная, и все мы узнаем очень много нового. Такие книги, как «Пракрити», «Жизнь, здоровье, долголетие», «Величие Сатурна» является для многих настольными, кто увлекается аюрведой. Эта древняя наука когда-то была под большим секретом в России, а теперь она стала доступна всем. Аюрведа начиналась для меня книга Роберта Свободы «Пракрити. Ваша аюрведическая конституция». Вот прошло 10 лет, и Роберт приезжает в Россию. Тогда невозможно было себе представить никакой аюрведической конференции. Сегодня это реальность. Эти 3 дня соберут практикующих специалистов из разных стран мира. Это отличная возможность оказаться в атмосфере подлинной аюрведы. Увидимся с вами на конференции. As you may have noticed, we are living in a very imperfect world. The reason for it being imperfect is because there is duality everywhere.